Всем привет! Это третий выпуск хитрого кальяна. И сегодня я вам расскажу, как сделать вкусный кальян. Бля. Всем привет! Это девятый выпуск хитрого кальяна. Меня зовут Денис. И сегодня я вам расскажу, как покурить вкусно, но дешево кальян. Для этого нам понадобится табак Альфа Кхаман. Он по цене такой же, как и Альфаки. Ну, так он вкуснее. Ну, это я уже говорил в предыдущих видео. По вкусу я взял лайм с холодом, Багама Мама. Там ананас, кокос и банан. И понадобится апгрейд мини чаша. Также понадобится нам фольга. И понадобятся вот такие угольки кокосовые. Ну что же, приступим. Для начала берем Багама Мама. Процентов пускай 30-40, ну да, 40%, и 60% берем холод слайм. Вот так. Табак вообще, ну реально, он хороший, в разы лучше, чем Альфакер. Мы с Димой в последнее время начали его частенько брать. Ну, если из бюджетных отталкиваться табаков, то мы берем Альфа-Кхаман. Тут, правда, веточек много. Берем и разминаем вот это все в руке. Разминаем, чтобы он перемешался. И разминаем хорошо. Такую колбаску делаем. Там если чувствуется свежесть такая, этот холод сам. И чистенько есть. Еще до конца не раскурился, не раскрылись все вкусы. Ну, в принципе, вкусно получилось. Мне нравится. Я думаю, Диме тоже понравилось. И забивочка мне обошлась, можно сказать, на 25 гривен. Нет, нахуй надо вырезать. Так, о чем я? О том, что, бля, короче, курить кальян, думаю, это не весело. Вкусно. Не пизди! Дымно, наверное. Пизди! Я тебе сказал, сволочь! Вкурю еще раз, напоминаю, апгрейд мини. Три уголька. Третий я всегда снимаю, когда чаша уже разогрелась. Просто под колпаком потом держу и нормально. Табак не горит. Пробовал курить Альфакер,
на брейд-мине, то три уголька немного, и ну, под колпаком тоже могли быть, разгорает. Нахло отлично курится. Все табаки, кроме альфакера, курятся нормально. Это чаши. Не забываем про конкурс, я, наверное, уже надоела. Алик, да ты заебал! Про этот конкурс. Разыгрывается колодка. Разыгрывается колодка Lotus. Нужно подписаться на канал, подписаться на группу, сделать репост данной записи, которая будет в группе, и ждать, когда будет 50 подписчиков на канале. Тогда разыграем колодку. Надо снять один уголек. Кому какой табак нравится, пишем в комментарии. Или какой табак, сделать на какой табак обзор, пишите. Мы с Димой расскажем. Скоро выйдет влог, ну как скоро, числа 20-го, может чуть позже, опять в селе. Поедем опять к этой бабушке, к которой мы ездили, в предыдущих влогах был. И... Что я могу сказать? Дымно, вкусно. Что я еще могу сказать? Кальян получился легеньким, лайт. Курица приятно. Всем спасибо за просмотр. Подписываемся на канал, ставим пальчик вверх. И ждем новых выпусков. Пока. Благодарю всех зрителей и слушателей нашей программы.